институте Склифосовского. Суета и день и ночь, от Чукчи до Волка Тамбовского. Надо каждому помочь. Не станите, милые граждане, дайте нам перекурить. Нет, орут минуту каждую, а мы их бегаем лечить. Ой, не станите, милые граждане, ну дайте ж нам перекурить. Но орут минуту каждую, а мы их бегаем лечить. С утра до ночи покоя нет, а также с ночи до утра. Вон побрит очередной клиент, оперировать пора. Снова что-то надо удалять и чего-нибудь пришить. И если не переусердствовать, может даже будет жить. Не станите, милые граждане, дайте ж хоть перекурить. Но кричат минуту каждую, и мы их бегаем лечить. Вон хирург Ткачев не мается, он не курит и не пьет, постоянно улыбается, грань науки познает. Он вам череп трепанирует, на запчасти разберет, а потом продекламирует, что до свадьбы заживет. Он вам череп трепанирует, на запчасти разберет и соберет, а потом продекламирует, что до свадьбы заживет. Не станите, милые граждане, дайте ж нам перекурить. Но зовут минуту каждую, и вот бежим опять лечить. Но потерпите, милые граждане, а? Ну дайте ж нам перекурить. Но зовут минуту каждую, и вот бежим опять лечить. Эй, гуляй, медицина! Давай, доктора! Ура! И это знает даже нянечка, и медбрат, и медсестра, что и тетечкам, и дядечкам помощь скорая нужна. Но не станите, милые граждане, дайте ж нам перекурить, а? А мы и так минуту каждую вас торопимся лечить. Нет, ну стонут эти граждане, но не дают перекурить. И мы опять секунду каждую тех торопимся лечить. Вы не станете, милые граждане, а лучше дайте докурить. А мы потом секунду каждую снова будем вас лечить. А не станете, милые граждане, но дайте ж нам перекурить. И мы опять минуту каждую, а будем вас бежать лечить!